Зиганшин, да. Iron Man, башкирский Iron Man. Ильгам Камбат Зиганшин. Точно. Переплыл Босфор, пробежал там неизвестно сколько километров, проехал на велосипеде, триатлонист, железочеловек, пятеро детей. Вот, и до сих пор выглядит на все 18, да? Мой тренер курокопашный при своих 100. Еще самый главный бизнесмен, который проектирует. Да. Не знает Ренат Агай, поднимите руки. Узнали сегодня? Идите обратно, да. Ренат Агай Хилажев, известный охотник, любитель оружия. Про него даже передачу сняли. «Моя вершина» называется на БСТ. Так вот, совладелец сети кафе, столовых «Радость есть». Вот там, где вы кушаете, собираетесь обычно, да, с пацанами, там дела перетираете. Это вот, вы знаете, под камерами его кафе. Так что, если там какие-то дела не так пошли, к нему обращайтесь, чтобы стерли с камеры. Занимается экспортом, импортом, с Китаем работает. Насколько я знаю, два офиса в городе Китай, которые привязаны к Токио, да? Нет, Ланчжоу. Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Иу. Токио — это Япония? Токио — это Япония. Да. Я помню, что что-то с Японией было связано у вас. Все нормально. В общем, я помимо этого президент Ассоциации предпринимателей мусульман Республики Башкортостан. Ну, вообще, в общем, просто обычный человек. Раб Аллаха. Раб Аллаха, который стремится достичь довольства Аллаха Всевышнего. Барак Аллаху фикум. Жазак Лахарыша пригласили на... Так про Токио расскажите, интересно же. Про Токио Фуко могу только рассказать. А это человека. Ладно, у нас будет даже время. Салават, брат. Кутлюгильдин. Кутлюгильдин. И учился, получается, тоже в медресе. Кандидат мастера спорта по боксу. Был. Знаменитым панчером, да, в свои молодые годы. Сейчас занимается своим бизнесом. Этот ферма, да? Разный. Угу. Разный бизнес. Даже как бы ты не хотел, Марат, и картам даже дальше. Так, Ренат Агай тоже боксер, и прям он так с воодушевлением услышал эти слова. Да. А Ильгам, ты мой как бы тренер. Тренер сам, да, приготовил. Короче, у нас боксеры, ох ты. Марат Абдуллин. Она бригавла Терези Башкортостан бойынса, сопредседатель, победная бригавла Уйштурушлар. Кадр, сейчас они, бизнес мы занимаемся, заборы, по забор Кембеля, короче, забор Емкина. А забор, 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 забор. Может, через год, через два. Родом из Сиба, занимается поставкой оборудования, да, нефтепромыслового, да? Вот. Что еще, чем занимаешься? У нас общий учитель по Кураю. Самое главное — имя Урал. Вот, все. Там больше ничего можно было даже не поговорить. Кедирна катамаран да и говорит. Ильнур Зарипов была. Уфиле, я шеем, хам шлеем, юрист был. Юридическая агентство. А я в этом день юридический контор, да. Короче, коллега, он был гостем. Юридический не тема, как говорила, что обсуждал, мы там дали им много. Специализация какая? А? Специализация какая? Ну, да, банкротство, физлицо и еще другие темы тогда. Потому что там несколько человек работает. 5 человек в команде. Гражданское только правое, да? Да. Ну и по уголовам тоже есть, тоже с нами сотрудничает. Я такая, ты что, на Байтуста городом, по-моему? Байтуста, Тугульда. Тугульда? Без Нейда. Салямда, может. Или Янрак Бахат Намаля пишет. Или Бахат Нама, ай. А Павлак тоже. Я лапы еще табы. Сверла обратно. Абьяли лиги, да? Абьяли, да. Швах, сэр. Хин калдың давай. Подожди. Хин давай. Юлдаш радион деп сөйлейм. Рушан Захир Бернейда. Казасы. Бір бардакта, короче.
бір бардак. Айтынды ғана қалған. Еще хикаранг деген. Фасалт ішлен. Брейкдансер, акробат. Просто клоун. Блогер. Кляли еще. Надо тебе вот Айдар. В автору я верю. В обсерваторе был? Нет, нет, как вернулся в обсерваторе был две недели? Сразу сюда, к нам? Опасный человек. Захир Тулябаев. Янсыра районнан. Шел спорт наша глянаменде. Олега Бахта. Инстаграм называйте там. Подписывайтесь ко мне, да? Колокольчики так далее. Шо он там, этот, Берга? Ролер, Трушан, Урал, Берга, шо? Просто красавчик, брат. Ие, бір қаданды, элелерді я называю. Черного континента. Мин, Айнур Ибрагимов, учил районнан. Загердом ученика. ММА будет выступать по РБ. Иммунитет сразу же показал, да, свой? Чемпион РБ, да. Чемпион РБ, да. По Панкратиону. По Панкратиону, чемпион города Нефтекамска, она и вот Кайна, короче, он, да. По ММА тоже. Савва Тилаев, там, часть, да. Там тоже чемпион стал. Ну, а там всероссийский будет. Да, он данный. Родов с Курганской области. Хорошо. На данный момент у меня родные в Челябинске живут. Сюда поступил посредством лицея, бывший турецкий. Учился в Москве, приехал сюда, занимался шаурмой какое-то время. С ребятами вот по спортзалу как раз пересеклись. Вообще мне тема очень близкая нетворкинга. Мне прямо она подошла, как у Джамиля. Посредством таких вот собраний, знакомства разного характера у людей могут быть. Из разных сфер. И мне очень приятно, когда разношерстные люди собираются и знакомятся. Лишь бы КБД было хорошее. Вот. На данный момент фрилансер. Как бы, да, катаюсь по горам, туризм. Как бы, да, пытаемся это развивать. Вверх, Исмин Баймактан, баймакский. Вот. Вахтовик, кочевник. Все время в разъездах. Вот. Тоже вот стараюсь путешествовать в НД. Общение правильное подбирать, круг общения в НД. Что тоже рапа лаха НД. Да. Обсервация тут как бы важна. Районна. Ильдус Канафин. Вдруг да, это китай? Ну, Ильдус Канафин, самый младший, наверное, из вас. Рад, что среди вас, среди такого окружения. Знаешь, Игорь Мейки? Игорь Мейеш. В основном видео увлекаюсь, занимаюсь вот, остаться молодежью в земляничестве, видеографом являюсь. Вот, Мандрасанел Кубитум в том году, Адер в этом году БГПУ заканчиваю, тоже на программиста. Вот, Хазрат программист. Спортом я трекинель.